Пятку. Бумажку я немного пододвинул, потому что вот она вот так вот шла у меня. Всем салют, друзья! В общем, насчет камеры я потом объясню. Сейчас пока что мы начнем покрасочку. Сегодня вот будет так вот, такой стрёмный переход. Ну, то есть, начальство решило так сделать, чтобы не лезть на стойку, потому что там чуть геморройно. Ну, в общем. Что, раскидываем биндер, чтобы сильно под капюшон не залезть. И наносим красочку. Погнали! Намного быстрее краска сохнет, намного, чем в старой камере. То есть обдув, видимо, получше. Ну, то есть уже как бы и зима, на носу морозы большие, и влажность уходит. Все, бамперочки я снимать не буду. Встречаемся на лаковочке. В общем, так, друзья, бампера я покрасил.
здесь уже конкретненько все подсыхает. Что по камере хотел сказать, что на телефон мне звонили. В общем, обратили внимание, звук уменьшился в камере. Звук моторов. То есть, покуда не красишь, полторы минуты. Вот покрасил, перестал красить, полторы минуты или две. Включается экономный режим. То есть, двигателя уменьшаются на минимальную скорость. И на экономном режиме типа работает. Только пистолет вставил в шланг, нажал на курок, увеличивается на максимум, и пошла подача воздуха намного сильнее и вытяжка. То есть это для эконом-режима сделано. То есть при включении сразу, когда с утра приходишь в камеру, включается тоже клининг время, то есть очистка камеры 2 минуты, и потом уже включается экономный режим, вот как я перед этим говорил. И как только вставил пистолет, нажал на курок, включается на максимальные обороты и пошло краситься. В камеру нельзя заходить во время покраски, потому что бьет аварийный режим. Опа! Пока что еще ничего не повесили здесь. Ни крюков нормально. Надо будет, заказали новую эту пластину, где весить на магните пистолеты. Все, в общем-то, сушим и будем лаковаться. И потом уже в конце буду смотреть результаты. Все, встречаемся на лаковочке. Ну что, ребята, все высохло. Начинаем лаковаться. Бумажку я немного пододвинул, потому что вот она вот так вот шла у меня. То есть немножко отодвинул. Но лаком все равно до конца доходить под самую не буду. Погнали. В общем, ребята, камера садится, она отключилась у меня на этом месте, я ее включил, так что все, я отключаюсь, лакую. Ну что, ребята, погнали второй слой, бампера залаковал я, валим сюда. Пускай пыл уйдет, как всегда.
Фильтра у нас с той стороны напротив стены. Отлично. Ну, здесь пока что сейчас сильно тут ничего не увидишь. Здесь это место просто надо будет полирнуть. И все, и готовенько. Мерца знаем, что гренька, она такая крупненькая, кругленькая. Поэтому я взял сату, мне проще сделать, чем и ватой. Кругленькая. Так, друзья, ну вот, собралось, полирнулось это местечко. То есть я не шкурю, просто полирую. Первый раз прошел, и потом еще второй раз на маленьких оборотах небольших. По цвету вроде бы неплохо. Эти все детали не полировались, только то местечко. Тут слабо видно, уже такая немножко запылена. Все. Всем спасибо. Всем удачи. Пока.